Как мы это будем делать? Да, во-первых, мы уже в крайнем левом ряду. Уже. Уже? Уже. Точно. Ты уверен, что мы в крайнем левом ряду. Мы сейчас с тобой повернем. Там палец сломался. Давай ты его обить. Обить его. У нас же есть еще. Аккуратненько, то он может тронуться. Ехать у нас. Нет. Он лучше с машины, с мотоциклом. Вроде запустился. Да, мне кажется, ты за зебру зайдешь. Пошли, пошли вперед. Выходи вперед. Выходи. Мы, как говорится, оставим на зебре немножко бампера заднего, но... Ну, если прям к нему вплотную... Ну, я думаю, что... Колеса у нас на зебре. Колеса? На зебре заднем. Да он просто так встал, пропускная способность две машины, как минимум. А он так лишь встал, что и нам место. Ну, чем хочешь поворачивать, не разворачивать. Ну ты тоже обрати внимание, что он будет делать. Он же тоже участник дорожного движения. Но мне нужно будет протянуться. Вперед протягивай. Видишь, он сообразил подъехать. Еще протягивать. Крути руль полностью. Полностью. В какой ряд тебе удобно? Вот в этот. Пешеходов пропускаем. Выравнивай руль. Ты выровняла руль? Поехали. Поехали. Все, пешеходов нет? И поехали, все, двигаемся в прямом направлении.